По полной нас заряжают всякими аптечками в этой дополнительной миссии, боже мой! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами снова Гидон, мы продолжаем проходить Dead Space 3. Мы совсем-совсем уже близко. Очень-очень близко. И сейчас мы гонимся за Даником, чтобы забрать у него кодекс, чтобы предотвратить межпланетную, я не знаю даже, насколько это невероятная катастрофа будет, если у нас не получится. Сейчас я занимаюсь тем, что вставляю запал и быстро-быстро-быстро уношу ноги. Сейчас рванет. О, да. Хотя, судя по взрывчатке, он должно быть побольше на самом деле там взрывчика, не такой слабенький. Да, у Азика всегда есть план. План медленно принести запал. Ну-ка, попаду я туда? Нет, не попаду. Ладно. Главное, чтобы вниз не упал туда вообще. Да вставляйся же ты уже. О! Так, куда-то мы упали. Куда-то мы попали, но самое классное, что у нас уже есть кодекс. Похоже, мы попали к черным обелискам. Да, это ведь черные обелиски. То есть мы попали уже в самую-самую глубину этой гадости. О, боже мой, я так и знал. Я так и знал, так и знал. О, хорошо. Звук такой, будто он заводится. Ух. Но на самом деле мы его прикончили. О, маленький говнюк. У, большая аптечка. Так, но она нам опять не нужна. Я уж больно осторожно сейчас играю. Ничего, никто меня пока не поранил. Или монстры какие-то не очень. Или наш стазисный модуль просто божественен. И они даже ничего нам сделать не могут. Ох, ё-моё. Да, это... Как бы они не превратились во что-нибудь ужасное. Ага, вот какой звук он издал. А... Так. По-моему, так. Ага. Открылось? Обалдеть. Вот это круто. Вот это круто. Вот эта дверка. Куда я вообще пришел? Только бы на меня еще никто не напал здесь. Так, ладно, обоим у нас уже по максимуму. Черный обелиск светится весь аж. Ё-моё. Где же мы находимся? Кстати, заметьте, у нас свет от фонаря, ну, когда мы бежим, тройной. Точно как три глаза у нас, как у Splinter Cell. Как в Splinter Cell у Сэма Фишера. Да ладно, мы полетаем, что ли? О-хо-хо, ребятки, мы полетаем. Ничего себе. Они здесь сделали нулевую гравитацию. О, да. Разве я мог надеяться на что-нибудь безопасное? Нет, не мог. Теперь мне главное еще не потеряться здесь. Не понимаю, где я вообще нахожусь. О! Цепь модернизации. А, у нас нету места. Ну где эта тварь? Где эта тварь? Где же эта тварь-то? Давайте ее убьем. Я использую аптечку. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон она. Вон эта тварь. Да и все, что ли? Да. Да, я вам скажу. Слабоваты монстрики пошли под конец чего-то.
Ладно, я все-таки хочу забрать цепь модернизации. Она нам явно понадобится. Так, куда я перелетел, я вообще не понимаю. Так, еще одна обойма. Не нужна нам. Давайте я приземлюсь. Посмотрим, где я нахожусь все-таки. Все летает, все плавает. Все что-то куда-то перекорежено. Ужас какой-то. Так. Главное, что мне с этими обелисками-то делать? Не стрелять же мне в них, правильно? Но здесь, в этой комнатке, кроме ящика, ничего нету. Давайте я попробую туда, в дырку пролететь, в эту. А, нет, нельзя, не получается. Ладно. Еще один ящик. Ну, что мне с этих ящиков-то толку? Все равно некуда уже все это класть. Дайте мне что-нибудь интересное. Артефакт, я не знаю, что-нибудь. Что-нибудь интересное хочу. Нет, похоже, мы сюда прилетали только чтобы вот в эту комнатку зайти. Я, честно, тяжело вообще ориентироваться здесь, где этот верх, где низ. Но похоже, что да. Похоже, что так. Потому что больше я даже не вижу, куда тут можно пролететь. Может быть, сюда? Но это все одна и та же комната, насколько я понимаю. Это все одна и та же комната. Металлоломчика немного. Похоже, что да, все это одна и та же комнатка. О, здесь тоже машина для открытия дверей. Давайте я еще раз все-таки посмотрю. Может, все-таки что-то я не увидел, но мне кажется, что да. Все ради этой комнатки. Я не знаю зачем, не знаю почему, но что-то мы, по идее, здесь что, сделать должны были или что? Ну-ка, а если взорвать? Нет, собственно, пофигу, даже наша мина шикарная ничего не сделала этому огромному-огромному черному обелиску. Ладно, давайте уходить отсюда. Хотя место, конечно, классное. Может, мы даже раньше, рано сюда пришли. Может, нам нужно было попозже сюда прийти, когда у нас что-то уже будет. Не знаю. Посмотрим. Да, я пока взламывал, пытался еще и читать одновременно, поэтому взлом у меня не удался. Это вот это сообщение было? Да, это было вот это сообщение. И у нас получена дополнительная миссия. А, собственно, куда нам нужно отправляться? Вот она, дополнительная миссия. Еще одна дополнительная миссия. Ну, давайте ее пройдем. Посмотрим, что там будет. Надеюсь, что, конечно, она не будет длиннющей. Еще один станок. Мы пришли опять в эту... такую территорию с перемещением вроде бы. Ух ты! Вот это да! Обалдеть. Давайте послушаем сообщение. He was shivering, naked when I found him. The self-inflicted wounds carved deep into his skin, the meaning of which I can only speculate. I had to work to pry the artifact from his cold, white hand. A curious object made of an unknown material activated, it seems, by sound. The markings are words, that I'm sure of, but without a means of translating them, I'm afraid its purpose will remain a mystery. If only there were more time, I could find other examples of the script stored here and unlock it. Да уж, а чего у тебя точно не было, так это времени. Интересно, что это за артефакт был? Может, кодекс как раз? Не знаю. Еще одно текстовое сообщение. Читаем.
Личный дневник Эрла Сирана. Выжившие из команды раскопок отказываются говорить. Либо не хотят, либо это последствия перенесенной ими травмы. Точно установить не могу. Они продолжают рисовать странные символы на всем, до чего могут дотянуться. Когда же рисовать не на чем, они выводят символы на своей коже. После настойчивого опроса о целях их действий, один из них наконец-то обратил внимание на меня и заговорил. «Мы видели истину», — сказал он. «Узришь ее и ты». Последнюю фразу он выкрикнул и бросился на меня со столовым ножом. К счастью, я сумел сбежать, но потребовалась помощь нескольких солдат, чтобы обездвижить его, прежде чем направить в более строгий изолятор. Да, какую же истину они узрели? Я даже боюсь подумать, честно. А еще я не знаю, куда мне будет класть всякие ништяки, когда я дойду до конца миссии. Бонус миссия, хранилище артефактов. Ой-ой-ой, не нравится мне этот звук. Ой, не нравится мне этот звук. Но мы вошли в зону нулевой гравитации и полетели, ребятки. Это будет интересная дополнительная миссия. Где мы полетаем? Это мне, в общем, не совсем, конечно, нравится. О, боже мой, что это за хренотень? Я по-другому сказать вообще не могу. Это не меньше, чем хренотень. Подождите, она еще живая? Эта дрянь еще живая? Я не знаю. Так, здесь двери закрыты. Ё-моё. Чем она в меня плюется, эта гадость? Надо подстреливать ей все эти желтые штукенцы, чтобы уже точно прибить эту дрянь. Хотя я толком все равно не... Нет, вроде померла, смотрите-ка, не двигается. Фух. Так, двери закрыты. А, вот там вот дверка открыта, вижу. Но туда ли нам нужно? Посмотрим, что внизу есть. Что-то ничего я тут не вижу толком. Может, какой-нибудь артефактик затесался? Такое может быть вполне. Вот бы нам такие штуки с нулевой гравитацией, а? Эх, было бы супер. Кстати, какая развлекуха. Никаких самолетов не нужно. А сейчас же можно взлететь на самолете и в свободном падении чуть-чуть почувствовать эту нулевую гравитацию. Стазисная оболочка. Опять у меня места нету. Да что же это такое? Прям уже устал с этим бороться. Ну ничего, я чувствую, скоро тут на нас нападет куча монстров, которые, в общем, разрешат эту сложнейшую проблему с недостатком свободного места. Опять нет аптечки. Я сейчас забурюсь вообще. У меня одни большие аптечки будут. Таким макаром. Везде эти инопланетные создания. Опять нулевая гравитация. Что, мне опять вниз спускаться? Похоже, что так. Давайте перелетим на ту сторону. Еще одна цепь модернизации. Да что ж такое? Ладно, ладно, я стазис вообще выброшу тогда. У меня одного стазиса не было. Ох, и забьюсь же я по полной, чувствую, под конец этой миссии. Свободного места точно не будет. Ой, я совсем забыл про ускорение. Прекрасно, теперь можно... О, да, ну дела. Вы поглядите, а? Мне лучей вот этих еще тут не хватало. Ладно, хорошо, что они не двигаются. Но, честно, можно было ожидать того, чтобы они еще и крутились тут. Быстро-быстро, и мы под них бы по-любому попались. Так, ну тут я ничего не вижу, ладно. О, текстовое сообщение, давайте почитаем. Что нам тут оставили, предки? Личный дневник доктора Сирана. Некоторые из артефактов, которые мы привезли для изучения, были покрыты чем-то, что я могу описать как окаменелые карбункулы. Мы считали их инертными, мертвыми на протяжении, возможно, миллионов лет, но когда мы начали транспортировать их,
антигравом некоторые из наростов отпали. Команда, которую отослали на их поиски, обнаружила несколько больших коконов, прикрепившихся к стене, внутри которых что-то было. Когда они подошли ближе, коконы раскрылись, и то, что явилось из них, было ужасно. В тот день мы потеряли несколько членов экипажа. Мы заперли существ в погрузочной шахте с целью их дальнейшего изучения. Другие шахты были оборудованы датчиками движения на тот случай, если от нас незаметно улизнули несколько существ. Но я чувствую, от вас точно кто-нибудь улизнул нафиг. Так интересно, Айзек бегает в невесомости. Итак, еще одно у нас сообщение здесь, видео. Послушаем, посмотрим. Ага. Это что, самоучитель языка инопланетян? И что это, только воин обозначается? Да, здесь... Говорится слово только воин. Значит, воин это... Две вниз, а потом двойная вниз. Ага, хорошо. Ну, ладно. Воин так воин. Посмотрим, где нам это нужно будет ввести. Так, а это, похоже, зона с монстриками. Ну, ладно, вылезайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Это вот эти скоростные. Перезарядимся. Так, хорошо, что они по двое лезут, а не по трое. А, я его чего, убил одной очередью? А, еще один. Да, неплохо, быстренько они гибнут. Ну чего, еще кто-нибудь? Давайте, не стесняйтесь. У меня места в инвентаре нету. Что же вы такие стесняшки-то? Ладно. Еще одна средняя аптечка. Давайте еще что-то я выкину простую. Ох. Ладно, хорошо. Закрепляемся мы так по полной. По полной нас заряжают всякими аптечками в этой дополнительной миссии. Боже мой! Фух. О, боже мой. Какого дьявола он еще жив? Ох. Не, ну... Я не спорю вообще. Это было внезапно. Да, это было очень-очень внезапно. Как вы слышали, я весьма не ожидал такой теплой встречи. Ну ничего. Он до нас не дотронулся. Железная реакция. Ага, опять тыка. Ой-ой-ой-ой-ой, минки. Мины ходячие. Все? Нет, еще идут, вон. Еще там, по-моему. Ух ты, вас сколько там. Да не стесняйтесь, лезьте уже все. Ой, нет, стесняйтесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, сейчас меня и побьют. Потому что я немного не рассчитал. Не рассчитал. Хорошо. Все. Все путем. И вроде у нас фулл хп. Странно, и грозный вид. Нас никто не победит, правда? Вот так вот, отлично. Что-то тихо. Как в фильмах говорится, подозрительно тихо. Ха-ха. Ну ладно, пока что еще не фатальная доза монстров. Я думаю, фатальная будет в конце. Так, здесь должно быть текстовое сообщение, но его почему-то нет. А, вот, видеосообщение. Последний. Ага, нужно ввести последний воин. Прекрасно. Вверх. Да, надо бы все это запомнить, но что-то, возможно, я это и не запомню. Ох, ё-моё.
расщелением на всякий случай. А то мало ли что, правда? О, кажется, там внизу какие-то злодеюки. Да? Или вверху? Где-то должны быть в любом случае. Вверху? А, нет, мины здесь лежат. Опять расставлены. Ладно. Полетели. О, да! Как бы нам по инерции не налететь на эти мины. Давайте я чуть ниже спущусь. Спокойненько со всеми. Нет, не тот. Да где они? Не вижу никого. Ух ты. А, вот теперь вижу. Выдали свое местоположение. Маленькие засранцы. А, вот и первое по нам попадание. Ну, где, где, где? Не вижу. Вот. Атакуй меня, гад. Чего себе, я даже не отстреливаю эти штукенцы, убиваю его одной обоймой. Тормози. О, хорош. Так, давайте аптечку используем маленькую. Хорошо. И полетели дальше. Сейчас, наверное, еще кто-нибудь вылезет, да? А, вот он. Недобитый. Ну вот, и тебе досталось. Всем досталось. Все довольны? Хорошо. Ха, неплохо себе минки тут установлены. Вот так. Так, еще один взлом. Надеюсь, это не инопланетный взлом. Нет. Наш стандартный взлом КССК. Так, ну пока все идет нормально. Пока все идет по плану. Давай, давай, давай. Давай, давай. Yes. Все, взломали, проходим. Отлично. Какая-то опасная зона. Не нравится она мне. А, нет, вроде это даже такая рест-зона, так сказать. Еще одна цепь модернизации. О, сейчас все сгрузим это на станок. Все, пусть тут это все отдыхает. Все лежит пусть здесь. Хорошо. Ой, сколько мы модулей сгрузили. Прекрасно. И вольфрамчика насобирали. Прекрасно, прекрасно. Так. И давайте бота выпустим прям тут же. Одного здесь, а другого... Ну, как всегда, в следующей комнате. Ну, скучновато, что-то миссия какая-то, честно. Экшена нету, экшена. То есть, мне даже больше вот в этих дополнительных миссиях... О, боже мой, сейчас экшен появится, вы поглядите. И что мне с ним делать? Он же бессмертный. Что мне с ним делать? Жертвовать. А, вниз... Два вниз, два вверх. Жертвовать, собственно, я, в общем... Три! Их три здесь! О, боже мой. Так, задание выполнено. Круто, сейчас они вылезут отсюда. Задание-то выполнено, это хорошо. О, мы можем даже сваливать. То есть, если мы возьмем сундук... В общем, ладно, давайте... сколько у нас тут предметов есть в инвентаре? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять слотов. Хорошо, хорошо. Хорошо, пять слотов. Давайте откроем. Все, забрали. А теперь бежим отсюда. Бежим отсюда. Бежим. Фу. Слушайте. Нет, они по-любому вылезут. По-любому они сейчас вылезут где-нибудь. Ну, не может быть все так просто, ну... Вот да, 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 да. Вы же, да, вы же знали это. Вы же так и знали, что эту мразь придется убивать долго и нудно. И у нас здесь зарядки стазиса. То есть, да. То есть, мы примерно догадываемся, в общем, что нам сейчас делать нужно будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ох ты гад. Так, а собственно, а как мы хотим открыть вот эту дверку? Как мы ее взломать-то собираемся? Нам вообще нужно ее взламывать? Что-то мне подсказывает, что нам ее взламывать не нужно.
Ну, то есть для того, чтобы убежать отсюда. Подождите, а я того убил? Он же бессмертный был. А, ну вот он, пожалуйста, здесь уже их двое. Слезай, слезай. Хо-хо-хо-хо-хо-ха-ха, ты по лестнице влазать не умеешь. Ты маленький глупый монстр. Зато он, по-моему, может ходить по... Да. Он может ходить по вентиляции. Может? Может ходить или не может? Ой-ой-ой, как может. Ох, как может. Ой, как больно может ходить по вентиляции. Так, взлом. Быстрее, пока они там лезут, я попробую взломать эту дверь. Давай. Так, первый пошел. Нет, это красный, нет. Нет, о боже мой. Что мне делать с этими уродами? Что мне делать с этой юбедой? А? Что мне делать с этой юбедой? Боже мой. Понятия не имею. Ладно. Ладно, пусть они все сюда придут. Пусть они все сюда придут. Они что, обратно вернулись? В свои ящики? А, нет, это другие просто. Превосходно. Это просто, мать их, другие уроды. Так, сейчас мы этого стазисом, того стазисом. Все. И бежать, 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 бежать. Бежать, 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 бежать. Бежать, скорее. Ну скорее же, ну скорее. Бежать, надо взламывать эту дрянь. Взламывать эту дрянь. Быстрей. Быстрей, быстрей. Быстрей, один. Второй. Давай. Давай, Жазик. Третий. Фух. Убегаем. Убегаем отсюда. Куда дальше? Здесь закрыто. Фух. Ну, мы убежали или не убежали? Я слышу хрюканье. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то хрюкает. Ужасно хрюкает. Бежим отсюда. Все, пофиг, задание выполнено. Ящик забран. Я хочу убегать. Я хочу спасаться. Спасать свою жалкую жизнь. Фух, вроде свалили. Дурацкие бессмертные уроды, а? О, нет. Ну что они тут делают? Что? Мы назад, что ли, вернулись? А нет, нет, мы не назад вернулись. Все в порядке. Все в порядке. Все нормально, все в порядке. Все чудесно. Мы просто убегаем. Все, увидимся в следующей жизни. Фух. Фу, прошли. Прошли дополнительную миссию. Превосходно. Фу. Куда же теперь идти? Задача нас ведет вперед и направо. Ну, уродцы, да, под конец, конечно, неплохо они нервы нам потрепали. Причем нам дали коды. Все-таки нам сюда нужно по миссии, заметили, да? Нам дали коды войн, что-то уничтожение или что-то типа того. Так, ага, туда, вот. Сейчас мы хитрым локатором будем пользоваться. И поймем, куда нам... А, вот сюда, что ли? Ага, вот сюда. О! Где-то здесь уроды. Сейчас мы их уделаем. Ну, где вы? Вот мелкие засранцы, а? Не хотят лезть. Не хотят лезть, не хотят. Ладно, полетели. А, он нас тут ждет, хитрый такой, да? Хитренький он нас тут такой ждет. Ничего. Конечно, играл бы я не в шутер, я бы эти вот комбинации записал, которые нам сказали. Но, собственно, пофиг на самом деле. И что? А, нам же вроде сказали правильную комбинацию. А, две вверх,
А, ну, вверх, вниз, вверх, короче. Так. А, вниз, вверх. Вот так вот. Ага. Да, все просто, в общем. Ну, да. Я, в общем, рад этому. Потому что если уж играть, так сказать, в шутер, то уж точно не заниматься никакими загадками дурацкими. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение моей 24-й части по Dead Space. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.